Добрый вечер, дорогие товарищи. Сегодня очередное заседание Университета рабочих респондентов. У нас некоторые изменения в расписании. Сегодня занятие будет проводить доктор экономических наук, профессор Волович Василий Николаевич. Тему назовите сами. Так, добрый день, уважаемые друзья, я так скажу. Вот и не ошибусь, наверное. Я сегодня остановлюсь на такой проблеме, как стратегия развития российской экономики в 21 веке. Я, конечно, привык говорить свободно, но есть цифры, есть факты. И для того, чтобы нам не забыть эти цифры, факты, я, конечно, буду заглядывать и в текст. Мы уже 20 лет живем в так называемой реформируемой России. Правильно? Но вряд ли кто из вас скажет, что это были реформы. Я до сих пор, как ученый, теоретик, а в общем-то мне неудобно себе говорить, я известный теоретик, Россия меня знает хорошо по моим работам, статьям и так далее. Я придерживаюсь той точки зрения, что на протяжении 20 лет в Российской Федерации, как и в некоторых постсоветских республиках, осуществляется не столько экономическая реформа, как грандиозный экономический эксперимент. А это с точки зрения экономической теории вещи не совпадающие, поскольку любая реформа, на что бы она ни была направлена, и в каких бы условиях она ни проводилась, а тем более социальная реформа, а экономическая реформа – это составная часть социальной реформы. Любая реформа социальная, она несет в себе некое прогрессивное начало. А говоря другими словами, любая социальная реформа, а тем более экономическая реформа, она, конечно, усиливает, поднимает, расширяет границы общественного прогресса. Я, как ученый-теоретик, не могу утверждать на 100%, что нынешняя 20-летняя реформа нас обогатила с точки зрения общественного прогресса. Вот почему я придерживаюсь той линии, что это не реформа, а именно экономический эксперимент. Многие из нас думают так, да что там, вот какая-то модель используется экономическая, ну и что, никаких проблем нет в этом, и в общем ничего страшного. Далеко это не так. Я вам приведу примеры самого выдающегося, можно сказать, ученого-экономиста 20 века, которого даже называли некоторым Марксом 20 века, это Джона Кейнса, английского выдающегося ученого-экономиста. Вот что он писал. «Идеи экономистов и политических мыслителей, и когда они правы, и когда ошибаются, имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром». Люди, практики, которые считают себя совершенно неподверженными интеллектуальным влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь экономиста прошлого. Ну, прямо попал в десятку. Потому что если оценивать нынешние реформы, так оно и есть, и я постараюсь это доказать. Известно, что нынешние реформы были спущены сверху. Без всякой проработки, научной проработки в самой модели реформирования. И мы это наблюдаем и в настоящее время. Наши реформаторы, о чем я пишу уже достаточно долго, на протяжении 20 лет, придерживались и придерживаются на сей день так называемой либеральной модели реформирования. А если говорить с позиции сегодняшнего дня, неолиберальной модели реформирования. Что это такое? Это значит полная ориентация на стихийное развитие экономики.
приблизительно рассуждают реформаторы так. Сам рынок все решит. Он разрешит экономические, социальные противоречия, трудовые и так далее и тому подобное. В этом известно, что идеологом либерализма изначально был великий ученый-экономист Адам Смит. Именно он выдвинул идеологию либерализма, буржуазного либерализма. Но эта идеология была еще как бы рассчитана, я бы сказал так, на заре капиталистического способа производства. Адам Смит проживал, вы знаете, где, в Англии и так далее. Великобритания была одной из первых стран, которая вступила на путь капитализма. Капитализм шел от феодализма, я имею в виду переход от феодального способа производства к капиталистическому способу производства. И Адам Смит в какой-то мере был прав, потому что в то время капитализм – это мелкотоварное производство. Это присутствие миллионов частников, которые встречались на рынке, продавали свой товар, и рынок именно определял цены на этот товар, потому что их было великое множество. Это был объективный процесс. Проходит время, эпоха мелкотоварного капитализма заканчивается хронологически где-то в конце 19 века. В конце 19 века на смену мелкотоварному капиталистическому производству приходит крупное капиталистическое производство, которое мы называем с вами как монополистическое капиталистическое производство. Если для эпохи Адама Смита характерно было не только мелкотоварное производство, но и так называемая эпоха свободной конкуренции, то при переходе к монополистическому капитализму никакой речи уже нельзя вести о свободной конкуренции, потому что все ниши заняты крупнейшими монополиями. Делаю переброс в сегодняшний день. В настоящее время миром управляют где-то около 500 крупнейших транснациональных корпораций. 200 из них имеют американскую прописку в США. Отсюда и роль американской экономики. Это крупнейшие монополии мира. Они диктуют именно стратегию развития экономики. Поэтому, если кто хочет выйти и выходит на мировой рынок, то не просто разговаривать, если так образно говорить, с этими транснациональными корпорациями и бороться. И мы это видим, как наши корпорации, монополии пытаются что-то сделать, но у них далеко не все получается. Получается отчасти, то в некоторой степени у «Газпрома», поскольку он действительно является крупнейшей монополией мира в условиях естественного наличия в России вот таких огромных залежей газа. Другие же монополии очень робко выходят на мировой рынок, потому что там действительно присутствуют гиганты. Ну, да, достаточно вам сказать, что, допустим, General Motors имеет капитализация, которая составляет где-то около 400 миллиардов долларов. Она может купить несколько государств, латиноамериканских, африканских, купить и продать за один день. Поэтому как с ней бороться, кто будет конкурировать с ней и так далее, с этой монополией. Поэтому все это сказки наших реформаторов о свободной конкуренции. Вот давайте строить капитализм, будем конкурировать, стихия рынка все решит. Далеко не так. Давно выдающиеся ученые Запада уже нам сказали о том, что в условиях монополистического капитализма только государство способно регулировать рыночные отношения и как бы уменьшать аппетиты монополий. Так оно и есть, иного не дано. Поэтому я придерживаюсь концепции государственного регулирования рыночной экономики. Ну вот с учетом сегодняшнего состояния экономики российской, на что нам нужно ориентироваться и чего мы можем ожидать. Я вам назову некоторые данные,
чтобы понять, куда мы попали, что имеем. Известно, что за годы так называемых реформ общий объем ВВП в России сократился на 50%. Более чем в 3 раза упали реальные доходы населения. Втрое снизился и оборонный потенциал страны. По такому важному социально-экономическому показателю, как ВВП, ну, валовый внутренний продукт, я думаю, все люди грамотные понимают, что это такое валовый ВВП на душу населения, Россия оказалась в списке слаборазвитых стран, уступая даже Румынии и Ботсване. По индексу развития человеческого потенциала Россия уступает Беларуси. Этот индекс развития человеческого потенциала рассчитывается ООН по 3 показателям. ВВП на душу населения, уровню образования населения, продолжительности жизни. Если СССР по РЧП, как бы наши не говорили, антисоветчики, антикоммунисты, не ругали нашу экономику и нашу жизнь в рамках СССР, обратите внимание, если в СССР РЧП не намного уступал данному индексу в США, в СССР его величина составляла 0,920, а в США 0,961. СССР по РЧП занимал 26-е место в мире. 26-е. США 19-е. Не такая же дистанция большая была, разрывная дистанция. В настоящее же время Российская Федерация занимает по самым скромным подсчетам всего 56-е место по этому важнейшему показателю. Конечно, я бы мог приводить вам массу самого разного материала, статистического, социального, экономического характера и так далее. Куда же идти России? Куда она может идти в современных условиях? Есть 2 пути развития. Нам реформаторы нынешние навязали так называемую, я сказал, неолиберальную модель или модель чистого капитализма. Обратите внимание, это модель чистого капитализма. Модель чистого капитализма ориентируется на развитие только одной формы собственности, частной формы собственности, что мы и наблюдаем. Сейчас в России, вдумайтесь, где-то так, ну, точных данных нет, все течет, все изменяется, и сейчас продолжается так называемая приватизация. Но я бы сказал, на частный сектор экономики приходится где-то 85-86%, а в Петербурге нашем славном все 90% это частный сектор экономики. Обратите внимание. На государственный сектор экономики где-то в России приходится всего 12, от силы 15%. И то сейчас снова уже заговорили о некой новой приватизации. Вот обстоят так дела. Даст ли вот этот вот такое состояние российской экономики перспективу развития нашего государства? Я считаю, как ученый, нет. Исторически так сложилось, что и при царе-батюшке, и в условиях советской власти всегда уделялось большое внимание развитию государственной собственности, или, как ее принято было называть в свое время, казенной форме собственности. Почему? Потому что огромное пространство, расстояние, огромная территория и так далее, она требовала некого связующего звена. Этим связующим звеном всегда выступало государство. Государство. То ли царское государство, российское, то ли советское государство, но это было, это объективно было. Сейчас же, следуя неолиберальной модели, наши реформаторы пошли по пути вывода государства вообще из экономики. И вы это часто слушаете, вот эти разговоры. Это тоже идет от Адама Смита, существовало такое понятие «лайзерфайра», что значит вывод России, вывод государства вообще за рамки экономики. То есть государство по нынешней терминологии должно превратиться в так называемого спортивного рефери, наблюдателя за игрой некой рыночной, или государство должно превратиться в ночного сторожа, так называемого. То есть практически государство должно выйти за пределы экономики. Это, я считаю, противоречит объективному началу развития нашего российского государства.
Объективно говоря, Россия в нынешних условиях и на ближайшие десятилетия, где-то так, я думаю, что на ближайшие 50 лет, может объективно развиваться только в рамках смешанной экономики. Что такое смешанная экономика? Смешанная экономика – это та экономика, где на равноценно с точки зрения юридической и экономической ипостаси занимают такие формы собственности, как а. государственная собственность, б. частная собственность и в. коллективная форма собственности. Я уже не раз высказывал ту точку зрения, что в современных условиях наше российское государство, как и другие постсоветские республики, не могут развиваться ни в рамках частного капитализма, где основной упор делается на развитие только частной формы собственности, ни в рамках так называемого чистого социализма, где упор делается только на развитие государственной собственности. Это противоречит объективным началам нынешнего развития экономики. Значит, Россия может спасти только активное развитие трех форм собственности основных. Это государственная, частная и коллективная форма собственности. На сегодняшний день мы наблюдаем развитие только частной формы собственности. Более того, я вам скажу, что наши реформаторы испугались коллективных форм собственности. Когда шла волна приватизации, первый, второй, там последующие этапы, то речь вообще не шла об использовании каких-либо коллективных форм собственности, потому что, по мнению отечественных реформаторов, это пережитки некого колхозного строя и других социалистических форм хозяйствования, которые, видите ли, в условиях частной собственности не используются. С одной стороны, наши реформаторы ориентируются на Запад и много оттуда пытаются взять, да не очень получается. С другой стороны, они не учитывают следующее. В настоящее время более чем в 70 странах мира, в том числе в Соединенных Штатах Америки, очень активно развиваются коллективные формы собственности, или иной раз она называется собственность работников производства. Например, известная знаменитая система ESOP в Соединенных Штатах Америки. Когда такие компании терпели крах, как Chrysler и так далее, ничего другого капиталисты не могли выдумать, как предложить некие формы коллективной формы собственности. То есть была предложена форма собственности работников производства, и что вы думаете, производительность труда сразу выросла в 3-4 раза. Наши реформаторы наотрез отказываются от использования коллективных форм собственности, еще раз повторяю, считая это неким пережитком социалистического строя. Говоря о смешанной экономике, я и предлагаю в конце, я конкретно предложу, прямо зачитаю то, что я считаю нужным. Вот. Я вам назвал три формы собственности, но для российского менталитета, то есть для сознания нашего населения, с учетом геополитического положения нашей страны, территориального положения, конечно, даже в рамках смешанной экономики, в ближайшее время объективно должна принадлежать первенствующая роль, определяющая роль государственной форме собственности. Подчеркиваю, государственной форме собственности. По моим где-то там прикидкам, ну скажем, подсчетам, государственный сектор экономики должен занимать не 15%, как это сейчас в России, а даже, может быть, и меньше, 12%, а должен где-то, ну, 60-70% должно принадлежать государству. Как это сделать? Вы скажете, сейчас все в частных руках. Я был и остаюсь сторонником национализации жизнеобеспечивающих отраслей народного хозяйства. Я не раз писал об этом в статьях своих, публично и так далее. Существует два процесса. Приватизация – это создание частного сектора экономики, и национализация – создание государственного сектора экономики. Впервые ли мы об этом говорим вот сейчас? Да нет, друзья мои, на Западе, в так называемом капиталистическом мире Запада, продвинутого,
Там постоянно происходят процессы и приватизации, и национализации. Если вы возьмете послевоенную экономику, и такие страны, как Австрия, Италия, Германию, Францию даже вернее, то там, представьте себе, национализация охватывала до 40% составлял государственный сектор экономики. И никто там не кричал, не орал, что это наступление социализма, что это ущемление, видите ли, частного сектора экономики. Почему? Да потому что и приватизация, и национализация, они преследуют с точки зрения экономики одну очень прогрессивную задачу. Это повышение эффективности производства. Если эффективность производства повышается, слава Богу, приватизируйте. Если эффективность производства снижается, национализируйте. Национализируйте. Что и делали на Западе, и не раз это делали, и будут делать. Наши же исходили из того, чтобы создать некий частный сектор экономики, чтобы создать класс собственников, эффективных собственников. Но что получилось? А получилось следующее, что из приватизированных предприятий практически две третьих оказались убыточными, и до сих пор продолжается этот процесс. Значит, всякий разговор об эффективном частном собственнике, ну, мягко говоря, это популизм, он не выдерживает научной критики. Ибо, о чем я постоянно пишу и вдалбливаю и читателям, и другим реформаторам в голову, сама по себе форма собственности никакого влияния не оказывает на эффективность производства. В настоящее время существует свыше 200 стран частнокапиталистических, где основу составляет частная капиталистическая собственность. Скажите, из 200 капиталистических стран, сколько стран вы бы назвали сегодня развитыми? Сколько бы вы бы назвали? А с учетом, тем не менее, мирового кризиса. Вообще ничего не назовете. Потому что самая развитая страна Соединенные Штаты оказалась в яме. Но условно можно сказать, что из 200 стран, вдумайтесь, только 30-40 где-то так якобы являются развитыми рыночными странами. А что остальные 160? Страны очень под большим вопросом, страны, где очень низко развита экономика, социальный уровень жизни и так далее и тому подобное. Поэтому всякий разговор о том, что частная форма собственности имеет преимущество перед коллективной, перед государственной, извините, рассчитано на простака, на простака. Я же теоретик, этих вещей не могу принимать. Что же, какая же форма собственности? Почему некоторые страны даже в рамках частнокапиталистической формы собственности оказываются развитыми? Хотя, подчеркиваю, это буквально страны, которые можно пересчитать по пальцам. Итак, значит, форма собственности не оказывает никакого влияния на эффективность производства. Что оказывает? Оказывает влияние только формы хозяйствования. А вот формы хозяйствования, что не страна, то свои. Соединенные Штаты нашли, пусть фальшивые в какой-то мере, формы хозяйствования, но они у них действуют. Германия послевоенная нашла эти формы хозяйствования. Слава Богу, они оправдывают себя. Франция, Италия, Япония. Россия же, увлекаясь абсолютизировать частную форму собственности, практически не ищет национальные формы хозяйствования, ибо формы хозяйствования носят сугубо национальный характер. Они учитывают исторические традиции, менталитет населения, уровень обобщения производства и так далее и тому подобное. В России увлеклись до сих пор этой приватизацией. То есть главное для них передать в частные руки собственность. Что будет завтра, это в общем-то для них как бы не имеет значения. Итак, если мы хотим развиваться дальше, то есть один путь. Использовать различные формы собственности и создавать свои национальные формы хозяйствования, а более обобщенно создавать свой
национальный хозяйственный механизм. Он может только быть российским и никаким не другим. Интересен и такой факт. Дело в том, что вы можете подумать, вот все частники, даже крупные монополисты, они упиваются частной собственностью, хвалят рыночную экономику и так далее. Далеко не так. Известна вам фигура Сороса? Скажите, слышали такую фамилию? Сорос. Знаменитый бизнесмен. Ну, не знаю, на сегодняшний день миллиардер или миллионер, но не бедный человек. Вот что пишет Сорос в своей знаменитой книге «Кризис мирового капитализма», и вам будет ясно. Я так говорю, на бесперспективность неолиберальной модели, ориентирующей общество на полную свободу рынка, в современных условиях книги «Кризис мирового капитализма» указывает крупнейший бизнесмен мира Джордж Сорос, назвавший подобные неолиберальные подходы рыночным фундаментализмом. По его мнению, капитализм, опирающийся исключительно на рыночные силы, то, что делают наши отечественные реформаторы, представляет опасность открытому обществу большую, чем тоталитарная идеология. Это говорит капиталист номер один, поскольку он неверно трактует рыночный механизм и придает ему чрезмерно большое значение. То есть даже Сорос, наевшийся частной собственности, образно выражаясь, практически против абсолютизации частной собственности. И он справедливо пишет, что не могут рыночные отношения внедряться во все поры, во все сферы экономической и социальной жизни общества. Безусловно, мы это видим, наблюдаем и в сфере образования, и в сфере медицины, и в сфере культуры, и так далее, и так далее. Нет, наши реформаторы этого не слушают. Вот для них это оселок, частная форма собственности. Я вам сказал, что в нынешних условиях и на ближайшие десятилетия, конечно, говорить о каком-либо чистом социализме тоже нельзя, где практически 90% тоже государственная собственность. Но еще раз повторяю, даже в рамках смешанной экономики, учитывая российские все положительные и отрицательные моменты, безусловно, здесь должна лидировать государственная собственность. Еще раз повторяю, на мой взгляд, она должна занимать не менее 6-70% от всей формы собственности. Я вам затронул перед вами проблему приватизации и национализации, но не договорил до конца. Никто на Западе, уже люди, наевшиеся капитализма, не боятся этой национализации. Обратите внимание, у нас появился лозунг предвыборной кампании национализации, все закричали: гражданская война, да что вы, да кто? Кто там пойдет, кто развяжет эту гражданскую войну, кому она нужна? И да ее и не может быть, объективно. Другое дело, какие формы национализации. То ли безвозмездно отбирать назад собственность, то ли использовать некую возмездную форму. В мире по-разному поступают. Но факт остается фактом, что Россия стоит объективно перед национализацией жизнеобеспечивающих отраслей экономики, если хочет Россия идти дальше и развиваться. Более того, национализация не только усиливает государственный сектор ради государственного сектора, но национализация решает и важнейшую социальную проблему. То есть она приближает население к принципу социальной справедливости. Только государство, имея свою собственность в больших масштабах, может выравнивать социальные барьеры между членами общества. Никакая монополия, ни через благотворительность, все это сказки Венского леса, или через какие-то другие формы нам не поможет. Нам не поможет. Только государство может спасти народное образование, может спасти здравоохранение, может спасти культуру и так далее. Или, как говорят немцы, «Unzweiter». Поэтому я думаю, что Россия стоит рано или поздно, вопрос встанет о национализации основных отраслей народного хозяйства.
С нынешним развитием экономики тесно связана проблема вступления ВТО, во Всемирную торговую организацию. Можно сказать, что этот процесс уже произошел. Но да и нет, потому что еще идет апробирование, приспосабливание российской экономики и так далее. Я был и остаюсь противником вступления российской экономики в ВТО по одной простой причине. Потому что наш рынок емкий внутренний, нам надо думать о развитии нашего емкого внутреннего рынка и о насыщении этого внутреннего рынка продовольствием, товарами широкого потребления и так далее и тому подобное. Вы знаете, что в современных условиях практически Россия потеряла продовольственную безопасность, поскольку, ну я не говорю там о Петербурге, здесь вообще можно сказать 80% ввозится продовольствие из-за рубежа, 30% считается вот такой барьер для поддержания продовольственной безопасности. Сейчас этот барьер давно в России уже перекрыт. Для того, чтобы нам восстановить свою продовольственную безопасность, а это же связано и с национальной безопасностью, друзья мои. Нам необходимо, конечно, упор делать и на развитие нашего сельского хозяйства. Вступление же в ВТО практически парализует многие отрасли нашего сельскохозяйственного производства. К нам широким потоком пойдут так называемые дешевые, фальшивые продукты. Они, может быть, действительно и дешевле. Хорошо. Там какая-то курочка Соединенных Штатов, чем наша Синявинских болот. Но это такая курочка, которую вы через 2-3 года можете, извините, рак получить от этой курочки. ГМО. Да, то есть это товары мы уже прекрасно знаем сейчас, что по качеству они гораздо уступают тем товарам, которые были в нашем Советском Союзе. Гораздо. ВТО приведет к тому, что действительно наше сельскохозяйственное производство будет парализовано. Будет наша парализована и легкая промышленность, потому что там американцы уже набили руку, китайцы набили руку, вы знаете, на этом деле и так далее. Будут забрасывать буквально ширпотребом наш рынок и так далее. То есть практически нам вступление в ВТО ничего существенного не даст. Вы скажете, ну а почему вступает? Отвечу вам, я открыто пишу об этом. Это выгодно крупным монополиям. Вот крупные монополии могут что-то выиграть от этого. Но извините, нам-то что, рядовым потребителям от этого? Ничего. Поэтому я был и остаюсь как теоретик, как человек, как гражданин своей страны. Да, придерживаюсь той линии, что нам ВТО не нужно. Не нужно просто. Есть проблема, конечно, и в инвестиционной политике. Вы знаете, постоянно мы только слышим, нам нужны инвестиции, нам нужны инвестиции. Вот если бы хорошо, там из-за бугра к нам рекой текли эти инвестиции. Не потекут нам рекой инвестиции. Не потекут. Не потекут. Любое государство и так далее, оно прежде всего упор делает на внутренние инвестиции. И здесь важно являются государственные инвестиции, которых сейчас вот на государственные инвестиции где-то в России приходится всего 20% от всех инвестиций. А что нужно для того, чтобы государственные инвестиции были, нашли свою серьезную основу, обрели свою серьезную основу? А для этого, а, нужна национализация, и, б, нужно менять налоговую систему. Не праздные разговоры, когда мы говорим о том, что надо ввести в России прогрессивный налог. Вы знаете прекрасно, что сейчас и Василий Николаевич, профессор, который превратился уже в такого пролетария умственного труда, я бы сказал, по доходам, и некий там Абрамович платят одно и то же, 13%. И нам реформаторы заявляют со всей смелостью, что так и должно быть, если вы измените этот процент, они вообще перестанут платить и так далее. Стоит вопрос, а зачем тогда государству?
Зачем тогда государство, если вы не способны заставить платить налоги? Возьмите Соединенные Штаты. У меня был там друг, работал где-то полгода и вернулся. Так его через 5 лет проверяют. И шлют ему сообщение, где он что-то там, какой доллар оставил и так далее. А вы думаете, Соединенные Штаты – это стихия, что там рынок, что там ничего нет. Там государство более деспотично, чем социалистическое государство, я вас заверяю, с точки зрения финансовой дисциплины. Здесь же наши реформаторы разводят руки беспомощные, говорят, нет, нет, что вы, мы завтра там на монополистов повысим, а они не будут платить. Будут, никуда не денутся, если государство будет делать свою, выполнять фискальную политику. Дело в том, что не мы же это придумали. Понимаете, я вам просто, чтобы не было это голословно, сейчас приведу некоторые примеры. В большинстве высокоразвитых странах используется именно прогрессивный налог. Так, например, во Франции ставка подоходного налога достигает 56%. Думайте, в Германии 55%, в Италии 50%, в Англии 40%. У нас, извините, все используют так называемую плоскую шкалу и радуются 13%. Отсюда и рост наших миллиардеров. Сегодня 10, завтра 20, послезавтра 30. Потому что государство открыло им широкий путь. Широкий путь. Поэтому российское государство вынуждено будет использовать этот важнейший рычаг — прогрессивный налог. Именно прогрессивный налог даст возможность и создать определенную инвестиционную базу в нашей стране. Имея вот такие большие доходы, государство сможет вкладываться в те отрасли, где это необходимо. Конечно, проблема у нас очень серьезная с социальной и заработной платой. Да, производительность труда у нас более низкая, она и в СССР была более низкая, а в Российской Федерации тем более, где-то она в 4-5 раз ниже, чем, скажем, производительность труда в Соединенных Штатах Америки. Но зарплата наша средняя, обратите внимание, где-то в 10 раз ниже, чем в развитых рыночных странах. Поэтому социальная проблема стоит, ее решать надо. Да, надо повышать производительность труда, но надо повышать и заработную плату. Надо стимулировать труд и так далее. Без стимулирования труда не будет и производительности труда. Конечно, производительность труда напрямую связана с научно-техническим прогрессом. Сейчас вы знаете, что что-то пытается правительство Российской Федерации делать в этом направлении. Здорово. Создается, да, что-то, я говорю, что-то. Создан вот такой центр Сколково. Но не решит единый центр проблему научно-технического прогресса. Это уже очевидно. Тем не менее, ну что ж, попытка делается, как говорится, слава Богу, пусть это попытка. Но мы сейчас, я вам приведу еще пример, чтобы вы просто представляли, где мы находимся с точки зрения развития научно-технического прогресса. У меня данные здесь есть, и неплохие, чтобы не прозвучало это голословно. Вот смотрите, в настоящее время удельный вес России в мировой торговле гражданской, наукоемкой продукции. А что такое наукоемкая продукция? Это характеристика номер один научно-технического прогресса. Наукоемкой продукции составляет всего 0,3-0,5%, в то время как на долю США приходится 36%, Японии 30%, Китая 6%. Вот можете себе представить, где мы находимся, в какой яме с точки зрения научно-технического прогресса, роста производительности труда и так далее и тому подобное. А эти вопросы все нужно решать. И общество обязано решить. Иначе нам просто, как говорится, некуда идти, некуда ступить нашей ноге.
Я бы хотел, вот говоря о капитализме и так далее, о том, что, ну, сразу вам скажу, бывают и какие-то наивные рассуждения. Я участвую в разных, и по телевидению выступаю, и в разных, на разных уровнях. Ну, вот собрался круглый стол профессоров, докторов наук, и рассуждают, типа, а вот, Василий Николаевич, а у нас капитализм или нет? Я говорю, да, друзья мои, опомнитесь, у нас что ни на есть капитализм. Да, вы можете назвать его бандитским, как хотите, но капитализм, абсолютный капитализм. Почему? Потому что основу, экономическую основу любого общественного строя составляет форма собственности. Если в России сейчас 85-86% частная форма собственности, это и есть чистейший капитализм. Другого не дано, другой оценки здесь нет. Нравится он вам, не нравится, это чистейший капитализм в России. Вторичным его приходом в Россию. Но это капитализм, потому что 86% частный сектор экономики – это есть точная характеристика капиталистического способа производства. Поэтому, чтобы вы тоже не думали, что, а что же у нас это, а вот это мне не нравится. Нет, вы живете при капитализме. Другой вопрос – при каком капитализме? Хотя он имеет много общего, у меня, я бы сказал, уже знаменитая статья, она стала, ссылок много было, «Проблема современной экономики» в международном журнале была опубликована сразу, как только кризис наступил, я назвал так эту статью «Мировой кризис в российском измерении», где я все это изложил. В заключение хотел бы вот что сказать, друзья мои. Мне позвонили из Москвы неделю назад, и они читают нас, что меня порадовало. Они говорят, Василий Николаевич, да мы все ваши статьи читаем. Я говорю, ну, спасибо, оказывается, Москва не спит. Да что вы, мы следим. Дайте нам статью, предложение и так далее. Мы будем обсуждать даже и в комитете Госдумы и так далее. Но я им дал предложение. Значит, в заключение я хочу вот что сказать. Вот исходя из того, что я сказал, где-то я свободно, публично говорил, конечно, проще мне было зачитать, тогда бы была стройность на 100%, но в беседе вот с аудиторией небольшой, конечно, я вынужден говорить и публично. В заключение обобщенно можно обозначить следующие выводы и предложения. Первое. В 21 веке объективно Россия не может развиваться и функционировать ни в рамках чистого, либерального капитализма, где упор делается на развитие только частной формы собственности, не в рамках чистого социализма, командной экономики, где упор делается на развитие только государственной формы собственности. В 21 веке Россия может успешно развиваться только в рамках смешанной экономики, где органически используются в их сочетании и взаимодействии такие формы собственности, как государственная собственность, частная форма собственности, коллективная форма собственности. Второе. С учетом исторических и территориально-пространственных особенностей российского государства, а также решения проблемы социальной справедливости в рамках смешанной экономики, определяющей формой собственности в России должна стать государственная собственность, на долю которой, по нашим расчетам, должно приходиться 60-70% всей собственности страны. Государственный сектор Российской Федерации в современных условиях должен формироваться за счет национализации жизнеобеспечивающих отраслей народного хозяйства как сферы материального, так и нематериального производства. Что я имею в виду? Сферу нематериального производства. Да не надо нам это платное образование, не нужна нам эта платная медицина. Да она фальшивая. Фальшивая. Вы хотите в капитализме услышать? Или наши, вы думаете, не знают? В Англии какая? Здравоохранение какое? Бесплатно, извините. И так далее. Нас приучают с нашими низкими доходами за все платить. И уже даже бабушка идет и говорит, а вот надо, сынок, платить. Я говорю, за что? А вот сейчас надо платить. Да мы не в состоянии, не в состоянии мы это делать, потому что 2/3 населения имеет уровень дохода практически минимальный. Минимальный.
Третье. Необходимо иметь в виду, что уровень эффективности той или иной национальной, в том числе российской экономики, а также ее отраслей, определяется не столько формами собственности, сколько формами хозяйствования. Любое государство обязано искать свой эффективный национальный механизм хозяйствования, о чем я вам сказал. Топчутся либералы на месте. Все только у них сидит в голове, это частная собственность. Ну и где ваша частная собственность? Где ваша эффективность производства? А нет ее и не будет. Ищите, ищите формы хозяйствования, друзья. То же самое должны делать и другие хозяйствующие субъекты. Вот почему в России на смену стихийной либеральной модели развития экономики должна прийти регулируемая рыночная экономика с активным использованием государством и другими хозяйствующими субъектами элементов планирования и прогнозирования в сфере экономики. Тем более, что объективно план не противостоит рынку. И наоборот, что подтверждает и практика мирового хозяйства. Наши либералы, как только обрадовались частной собственности, забыли вообще о всяких формах регулирования экономики. Они закричали, что план плановая экономика это абсурд, вот она довела до развала СССР и так далее, и так далее. А на развалах СССР сидят уже 20 лет, используя тот же самый народно-хозяйственный комплекс, но и неэффективно, а просто разваливая его, съедая его и так далее. Япония, другие страны, Франция имела даже свои планирующие органы и так далее. Конечно, этот план не тот, который мы наблюдали в условиях командной экономики, но планирование в рамках государственного сектора экономики это должно быть. Это требование объективного, ну как вам сказать, объективных начал. Без планирования не обойдешься. И прогнозирование. Был такой известный, ушел человек этот мир иной, наш земляк Василий Леонтьев. Это лауреат Нобелевской премии. Он 22 года, если мне память не изменяет, уехал в Соединенные Штаты Америки, закончил наш классический Ленинградский университет. Там дошел до высот Нобелевского лауреата. Так вот, когда мы вступили в этот рынок, он нас предупреждал, что ни в коем случае нельзя уходить от плана и от прогнозирования экономики. Хотя он прожил всю сознательную жизнь в самой что ни на есть рыночной стране. Наши реформаторы этого не слышали и не слушают. А придется планировать, и надо планировать. И к концу я иду, не унывайте. Четвертое. В своей экономической политике российское государство должно ориентироваться не на внешний, как это делается до сих пор, рынок, а на емкий внутренний рынок. Коротко скажу, я пишу в своей статье о кризисе, указываю, что то падение производства, так называемая рецессия, а вы знаете, что в России падение производства в условиях мирового рынка в 2008 году было самое глубокое в мире, самое глубокое, около 8%. Оно было как раз вызвано не только вот этими ошибками с точки зрения частной собственности, форм хозяйствования, но и излишней открытостью экономики. То есть ориентацией, только ориентацией на мировой рынок. Что мы и получили. Мировой рынок зашатался, плюхнулся, и Россия пошла на дно. Поэтому я пишу, в своей экономической политике российское государство должно ориентироваться не на внешний, как это делается до сих пор, рынок, а на емкий внутренний рынок. Только в этом случае наша национальная экономика будет защищена от всякого рода внешних экономических потрясений, что придаст российской экономике определенную устойчивость. При активном развитии внутреннего рынка отпадет и сама необходимость вступления России во Всемирную торговую организацию. А значит, произойдет укрепление всех отраслей народного хозяйства и прежде всего национального рынка труда. Пятое. По меньшей мере утопической выглядит идеология отечественных либеральных реформаторов о достижении всеобщей конкурентоспособности российской экономики. Я вам уже сказал, что вы люди грамотные здесь, учитесь, молодцы, мне это нравится, люди уже зрелые. Вот. Смотрите, вот если вы слушаете наших либералов, все на конкурентоспособность.
Ну какая вас монополия пустит? И сумеете ли вы бороться с этими транснациональными корпорациями? И как вы будете с ними конкурировать? Да, надо стремиться к этому. Но абсолютизировать эту конкурентоспособность нельзя. Поэтому я пишу, по меньшей мере, утопической выглядит идеология отечественных либеральных реформаторов о достижении всеобщей конкурентоспособности российской экономики. История мирового хозяйства показывает и доказывает, что объективно конкурентоспособными могут быть только отдельные отрасли народного хозяйства, где так называемые сравнительные издержки производства существенно ниже мировых. Нет ни одной страны мира, включая высокоразвитые страны, где бы все, без исключения отрасли национальной экономики, в равной мере были конкурентоспособными на мировом рынке. И тем не менее, так называемые неконкурентоспособные отрасли в тех же США, Японии, Германии весьма успешно работают на внутреннем рынке. В России же утопическая идеология о всеобщей конкурентоспособности уже привела по существу к полному разрушению мощного, оставшегося нам от СССР, народно-хозяйственного комплекса. Взамен же на сегодняшний день ничего практически не сделано. Безусловно, в этом смысле никто не отрицает идеи развития в России наукоемких отраслей народного хозяйства. Однако параллельно необходимо развивать и все другие жизнеобеспечивающие отрасли национальной экономики. Вот, друзья мои, может быть, где-то излишне научно, но я не думаю, чтобы мой язык такой был уж непонятный. Потому что студентам я говорю то же самое. Вот. Я хотел до вас донести что-то. Спасибо за внимание. Переходим к вопросам. Пожалуйста, вопросы, Василий Николаевич. Угу. Да, с места. Вопрос. Да, пожалуйста. Вот производительность труда, как на цену воздействует? На цены? Да. Производительность труда. Ой, да, и воздействует, и не воздействует. В общем-то, воздействует, потому что низкая производительность труда — это значит низкая технизация труда. Что такое производительность? Это технизация. Низкая технизация труда, она увеличивает так называемые издержки производства. Проще говоря, она приводит к удорожанию продукции. Да, есть такая взаимосвязь. Ну, тогда у нас должны быть цены выше мировых, правильно? На нашу продукцию. А мировые цены всех этих развитых стран выше нашей продукции. Ну, не все, не скажите. У нас даже бензин, как известно, дороже, чем в Соединенных Штатах, хотя мы добывающая страна. Поэтому я бы не сказал, что у нас мировые цены выше всех на наших отечественных. Нет, мы тогда не продавали, если бы у нас была цена выше всех. Правда? Дело в том, что есть разница в ценах на внутреннем рынке и на внешнем рынке. Дело в том, что тоже российское государство идет на так называемые демпинговые цены, занижает цены. Допустим, в сфере металлургии это наблюдается, чтобы занять свою нишу на мировом рынке. Делает, это и российское государство делает это. А внутренние цены, они немножко другие. Я вам скажу даже так, что на продукцию сейчас питания у нас практически цены не ниже, чем в западных странах. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Такой вопрос. Не считаете ли вы, что плановая рыночная экономика, которую вы тут упомянули, да. в свое время и привела к развалу нашей страны? Есть. Я понимаю, все вам скажу, да. Здесь, конечно, если чисто идти от Маркса, то понятно, что вот давайте завтра социализм, чистый социализм. Не получится, я вам точно говорю. Потому что уровень развития производительных сил такого еще,
что он не обеспечит социального равенства даже в рамках социализма. Это объективное начало. Никуда не денешься. Почему мы испытывали трудности в рамках социализма? Потому что низкий уровень развития, прежде всего, производительных сил. Конечно, вы скажете, ну, как я вот студентам говорю, мы о рынке говорим, я говорю, ребята, скажите, вы уже родились в этом, при этом капитализме, уже для вас кажется, что капитализм был всегда и так далее. А мне, слава Богу, пришлось жить и при социализме, и еще при мудреном капитализм. Я им задаю такой вопрос. Скажите, ребята, а вот были ли рыночные отношения при социализме? И ребята один говорит, да нет, Василий Николаевич, что вы, не было, не могло быть. А другой говорит, были. Я говорю, такой пример тривиальный привожу. Я говорю, я при социализме покупал пальто в гостином дворе, меня устраивала цена и так далее. Сейчас я в буржуазный гостиный двор не хожу, потому что там цены в 3-5 раз выше. Были товарно-денежные отношения при социализме или нет? Тогда они мне говорят, да, были, Василий Николаевич. Так чем отличались те товарно-денежные отношения или рыночные отношения при социализме от нынешних буржуазных капиталистических рынков? А тем, что там строго регулировало рыночные отношения социалистическое государство. Так еще вопросы. Можно ли все вот эта приватизация, которую вы говорили, в рамках нынешнего государства дать трудящимся какие-то блага этой приватизации в рамках нынешнего государства, организации? Значит, здесь, конечно, уровни приватизации самые разные, различные и так далее. Даже по своей иерархии. Вы знаете, что практически у нас было приватизировано жилье. Как к этому относиться? Вот меня спроси, так я бы сказал, не нужна мне приватизация. Потому что я имел квартиру, допустим, в советское время. Никакой бандит, боже упаси, ко мне не мог прийти и забрать, отнять эту квартиру. А сейчас я не знаю. И бандит может все, что хотите, да, мудрить. Мне она не нужна. Но люди пошли на это. Значит, да, но пошли. Значит, да, в этом плане, я думаю, что кое-кому даже и повезло, потому что те же трудящиеся некоторые пенсионеры, они сдают свое жилье в наем. То есть здесь, да, приватизация что-то дала. Вот я, когда говорю о смешанной экономике и говорю об огосударствлении части экономики, то я же не говорю об абсолютном огосударствлении, вы обратили внимание? Я говорю, что здесь есть и малый бизнес, отвечая на ваш вопрос. Да, я сторонник развития малого бизнеса, а малый бизнес – это тоже малая приватизация. Малый бизнес не на 100%, он, конечно, там вдохновляет трудящегося мелкого собственника, но что-то дает собственнику. То есть я не отрицаю наличие, я бы сказал, такой малой приватизации, как жилье плюс малый бизнес и так далее. Но я против крупной приватизации, которая не дает ничего. Что вам дал Прохоров, скажите? Что вам дал Прохоров, миллиардер? То есть в рамках буржуазного государства трудящиеся могут жить лучше? Не знаю, не совсем. Поднимите руку, кто живет сейчас лучше. Честно. Ну и приватизировать будет буржуазия, правящий класс. Они руководят, они будут кормить, даже если государство. Государство – понятие классовое. Да, вот здесь вы правы. Конечно, здесь есть свои подводные камни. Конечно, безусловно, я не чудак, а я все же тоже марксист по большому счету. Конечно, нынешнее государство – буржуазное государство. И как говорил Маркс, буржуазное государство, более даже того, напомню вам знаменитые слова, это комитет по управлению делами буржуазии. Это понятно. Но история развития западных капиталистических стран показала, что при определенном поведении трудящихся, не трусливом, а требовательном поведении, при определенном поведении государства
И буржуазное государство может в социальном плане что-то делать. Пример вам Франции, где один из самых высоких, я бы сказал так, наиболее эффективно решаются вот социальные проблемы. Пример Швеции. Противники говорят так. Видите ли, всякая социализация, излишнее подкармливание трудящихся, оно... языком таким народным, приводит к лени людей, оно расхолаживает людей и так далее, и тому подобное. Я не совсем с этим согласен. Если государство проводит нормальную, здоровую социальную политику, и буржуазное государство, если в руках российского государства окажется 60-70% собственности, я думаю, что-то оно обязано, оно вынуждено будет, оставаясь буржуазным по своей классовости, что-то делать и для трудящихся. Я бы так. Но в той же Франции подобрают пенсионный возраст. Что же делать? А вы знаете, что у нас уже разговоры идут постоянные? Да. Но у нас никто не уходит, а там? Уходят. А вы знаете, какая пенсия во Франции? Там пенсия, которая в 3 раза выше моей заработной платы профессора в России. Достаточно вопрос. Да, пожалуйста, пусть. Для хозяйственных современных условий, по крайней мере, с 19 века, важным моментом является организация производства соревнований. И мне, если вспомнить историю хозяйственных в СССР, то когда у нас развивались социализм, с конца 50-х годов, 61-го, наоборот, уже его... Всячески гнобили. Социалистическое соревнование было гигантским фактором для роста производительности труда. Поэтому, если был бы социалистический сектор, а не просто государственный монополистический, то, естественно, рост производительности труда в нем, и в итоге во всем обществе, был бы гораздо быстрее шел бы. Все правильно. То есть в интересах развития экономики как раз... Увеличивается процент сначала госкапитализма, а потом все правильно, все правильно. Да. Как вас зовут? Степан Степанович, я понял вопрос. Утверждение, что форма собственности не влияет на результат экономики, а зависит только... На эффективность производства. На эффективность, да. Прямой нет зависимости. Проглядывается. Понятно. Хорошо. Спасибо, Степан Степанович. Конечно, все эти явления экономические, они не так одномерны, как в математике. 2×2=4. Конечно же, в какой-то мере и частник говорит, а вот я стал фермером, я стал лучше работать. И вам с ним трудно спорить, и так далее. Он скажет: Василий Николаевич, вы это отрицаете, а я, наоборот, частная собственность меня спасает. В любой форме собственности есть за и против, но по большому счету форма собственности напрямую не связана с эффективностью производства. Что касается социалистического соревнования. Еще как только начинался социализм, я бы сказал, закладывались некие его камни, основы, на Западе шел какой шум? Что ж вы будете делать? Вы только будете командовать. У вас же обленится весь народ. Он не будет ничего делать, потому что вы ликвидировали конкуренцию, а конкуренция – это состязательность труда и так далее, и у вас ничего не будет. Но не такие глупые марксисты, чтобы уйти от этой конкуренции. Они не использовали буржуазную конкуренцию, которая служит прибыли, монополиям. Они использовали социалистическое соревнование. Все правильно вы говорили. И эта форма себя где-то, не везде, но и оправдывала где-то. Теперь вы понимаете, вот насколько в жизни все просто и неоднозначно. Возьмите Японию. Помните, у нас создавались в рамках социалистического соревнования кружки разные и так далее. Вы возьмите японскую фирму, и вы увидите то, что мы создавали в рамках социалистического соревнования.
То есть есть такие формы хозяйствования, которые можно использовать при любом общественном строе, если есть желание. Вот что я скажу. Последний вопрос, пожалуйста. Вопрос. Вы, говоря о так называемом чистейшем, как вы сказали. Чистым социализмом, ассоциируете его с развитием именно государственной собственности. Но ведь государство может выступать как частник именно, и там никакого капитализма, никаким социализмом может не пахнуть. Друзья мои, как зовут тебя? Иван. Иван, как студент мой. Иван, то, что ты сказал, об этом некоторые мудрецы уже давно говорят. Мы говорим, мы жили при социализме, а нам либерал говорит: Василий Николаевич, успокойтесь, вы не жили при капитализме, при социализме. Вы жили в рамках государственного капитализма. Так что ничего нового вы не сказали. Но я вам сказал, и здесь забыл я вот наш записывающий, как зовут? Андрей Валентинович. Андрей Валентинович очень тоже эту тему хорошо поднимал. Значит, еще раз, чтобы мне не уйти в сторону, еще раз, что вы хотели? Я хотел спросить, почему вы чистый социализм ассоциируете именно с развитием государственной собственности? Ну, понятно. А не общенародной? Я ссылаюсь на опыт прошлого. Известно, что и Владимир Ильич Ленин допускал многоукладность экономики на первой фазе развития коммунистического способа производства. Здесь шли споры, и я краем уха уловил, что некоторые начали трактовать социализм не так, как надо. А четко есть у классиков марксизма ленинизма деление. Коммунистический способ производства включает две фазы. Первая фаза – социализм, вторая фаза – высшая фаза коммунизм. Да. И в рамках социализма, когда мы закладывали основы, допускалась многоокладная экономика. Не только допускалась, но она и существовала. Ну, при диктатуре рабочего класса. Да, да, вот я и хотел вернуться к нашему просвещенному марксисту, я бы сказал. Здесь дело в том, чьи интересы защищает государство. Это государство, как бы мы там были недовольны, оно было, выражало волю большинства трудящихся. Отсюда и результаты. Спасибо. Достаточно с вопросами. Дадим возможность отдохнуть. Переходим к выступлениям. Тренинг. Студент. Значит, мы послушали очень глубокий, содержательный и интересный доклад доктора экономических наук, профессора, действительно члена Петровской академии наук и искусств и известного ученого Василия Николаевича Воловича, который, мне кажется, интересен прежде всего тем, что он как бы к капитализму подходит по меркам капитализма. То есть вот в современных условиях, с точки зрения критериев капиталистических, если к нему подойти, то есть как бы это вот то, что должны были бы знать наши управленцы, сидящие на государственных постах, например, Шувалов, который, так сказать, наполнен полностью идеями о том, как быстрее приватизировать оставшиеся пакеты государственной собственности, раздать все, что еще не раздали, и все, как спустить в стихию рынка, который у нас уничтожил крупнейшую промышленность, виднейшие научные учреждения. Хотя, вот кажется, что у нас поддерживают сейчас автопром. Говорят, вот как много, мы больше поддерживаем, чем США, или меньше поддерживаем, чем США. Кажется, что США, наверное, не поддерживает, наши поддерживают. США в 30 раз больше на поддержку своего автопрома тратит. Вот в сегодняшних газетах это купили. 30 раз. То есть надо померить этот самый капитализм по меркам капитализма и разъяснить некоторым гражданам, которые считают, что они управляют буржуазным государством, буржуазной экономикой, что так безобразно капиталистическая экономика не управляет. Почему? Потому что капитал – это самовозрастающая стоимость, а они амортизацию не обеспечивают, то есть не сохраняют то, что есть, раз, и об этом мы уже говорили. Во-вторых, они не накопляют, два. И в-третьих, те, кто у нас считается капиталистами, вообще ничего для развития экономики, по большому счету, не сделают.
Это вот они успели отхватить крупные куски общественной собственности, да. И вот, собственно, на этом зиждется их богатство. Что сделал Прохоров для развития нашего хозяйства? Да по большому счету пока ничего и не сделал. Для себя делал. Вот обещал Емубич. Ну и это не сделал. Обещали, что вот Прохоров построит завод, который будет производить светодиодные лампы. Третьего поколения. Где завод? Все денежки вбухали опять в то, чтобы он пропагандировал себя и везде, так сказать, свою физиономию можно было видеть по всей стране. Это чьи деньги? Это те деньги, которые он забрал у трудящихся. Так что вот по этим меркам, конечно, надо посмотреть, что, какое, какие события, какие движения в рамках капитализма прогрессивные, какие реакционные. Надо это делать или нет? Потому что при капитализме люди живут, мы живем при капитализме. И проживем известное время. Да, это да, все да, зависит да, не да, только да, от капиталистов, но еще да, от рабочего класса, сколько мы проживем. Да? Так вот, какие движения, какие действия в рамках капитализма соответствуют прогрессу, а какие регрессу? Я думаю, что вот то, что сегодня нам тут рассказал Василий Николаевич, означает, что мы должны видеть главную линию развития. Главная линия развития состоит в дальнейшем укрупнении производства. Конечно, об этом я и говорю. Концентрации производства. Конечно. В дальнейшем обобществлении, ибо обобществление при капитализме идет или не идет? Идет. Идет. И о формах обобществления, которые идет при капитализме, которые обеспечивают развитие производства, как материальную основу социализма, материальную основу, крупное машинное производство, раз. Второе, оно обеспечивает развитие рабочего класса и его дисциплинирование. Два, то есть все необходимые составные элементы, которые могут приблизить дело осуществления социализм. А уж что касается строительства социализма и осуществления социалистической революции, это, я думаю, мы с капиталистов не можем. Ну, конечно. И нечего им это и советовать. Ну, конечно. Да? Вот. Ну, что касается вот форм собственности, я бы подчеркнул один момент, очень важный тоже. Формы собственности какой есть при капитализме, если мы говорим о капитализме? Формы частной собственности. Потому что, поскольку государство, я об этом сказал, Василий Николаевич, это комитет по делам буржуазии, по делам, так сказать, которые есть у буржуазии, он защищает интересы буржуазии, то собственность буржуазного государства, то есть государственная собственность при капитализме, это частная собственность, но класса капиталистов. Что мы предпочитаем? Частную собственность класса капиталистов, который все-таки вынужден думать о том, а сколько всего работников здесь, а какое здоровье у этих работников, которых вы собираетесь эксплуатировать, а если вы берете отдельного капиталиста, им на все наплевать. На все наплевать, потому что, в отличие от феодала даже, от помещика, который должен смотреть, сколько у меня помещиков, и не выбрут ли они, для отдельного капиталиста все равно. Эти умрут, из Киргизии привезем, киргизы умрут, из Таджикистана привезем, и так далее. То есть, конечно, с этой точки зрения, частная собственность класса капиталистов предпочтительнее для развития общества, для развития производства, для подготовки даже той самой материальные базы, на которой может быть построен социализм, чем вот эта мелкая частная собственность, которая носится, вот скажем, Дмитрий Анатольевич все время, он хочет к 2020 году сделать самозанятых. Половину. Половину. Это что значит? Выбросить, закрыть все крупные производства и выбросить всех на улицу. Как еще сделать самозанятых? Что такое самозанятый? Как хотите, так и чем хотите, тем и занимайтесь. И это при этом, что говорят о каком-то научно-техническом прогрессе, когда эти люди не могут ни на науку потратить, ни на технику. Они на туалет не могут потратить, у них ведро помойное в этом самом ларьке. Какой там научно-технический прогресс? Это, или занимаясь каким-то Сколково, дорогу Сколково строят. Да. Разве так развивают науку? А те ученые, которые есть у нас, которые говорят, скажите в Троицке, в Дубне, что вам надо сделать? Мы вам сделаем. Да. У нас есть наука, у нас есть наука ограды. Что вам надо? А они не знают, что им надо. Я, как выяснилось, модернизация сводится не к обновлению основного капитала, не к обновлению средств производства, а к тому, чтобы какие-то изменения сделать в какой-то политической системе. А самый базис вообще производства совсем не затрагивается. И, конечно, сюда нужны крупные государственные вложения. Во всех развитых капиталистических странах это делается за счет государства, прежде всего. Ну, как у металлургии подымить, что сами эти капиталистические собственники, которые занимаются металлургией, обеспечивают там обновление? Нет. Поэтому это требует, конечно, государственной сказать, политики определенной. И кто мешает в рамках госсектора, то есть в рамках одной частной собственности класса капиталистов, наладить планирование? Никто не мешает.
Никто не мешает. Это вот как испуганные капиталисты, которые боятся быть крупными капиталистами. Они хотят быть мелкими капиталистами. Они боятся сами своего собственного укрупнения. Они в ужасе от того, что хотя вот укрупнится все, и так сказать. Но они, потому что они ничего не умеют. Они не из изобретателей, не из инженеров, не из новаторов. Это люди из номенклатуры, из бывших подпольных там, миллионеров Корейка, или, так сказать, мелких, совершенно ничтожных каких-то там работников сферы образования и науки, которые ничего не значат ни в образовании, ни в науке, они двинулись, так сказать, в этот самый бизнес с целью разграбления того, что вот еще не успели разграбить. Врач управляет сетью хозяйств. Врач управляет сетью хозяйств. Вот это вот первое, что я хотел бы отметить. Второе, что я хотел бы отметить, что, конечно, вот по вопросу о том, как связаны между собой собственность и формы хозяйствования, конечно, вот Василий Николаевич, отвечая на вопрос, сказал, что, конечно, связь есть. Я бы еще подчеркнул, почему она есть. Потому что, когда мы говорим «собственность общественная», то мы имеем в виду не то, что написано, и не то, что объявлено, что она общая. Да. Вот вы тут говорили «общенародная». Вы у Маркса не найдете такого понятия «общенародная собственность». У Энгельса тоже не найдете. И у Ленина не найдете. Это глупость «общенародная собственность». Это вроде как все мы держим в руки, в руках эту общую собственность. Да ничего подобного. Это собственность общества как единого целого. А это единое целое объединено государством. Государством, если это речь идет об общественной собственности, конечно, не общенародным, а государством диктатуры рабочего класса. Почему? Потому что интересы рабочего класса передовые, и когда государство рабочего класса направляет производство в общественных интересах, то есть в интересах рабочего класса осуществляется общественный интерес, и через формы хозяйственные реализуется это общественная собственность. А если не будет соответствующих форм хозяйствования, вот совершенно правильно тут, я считаю, нажим сделал Василий Николаевич, что надо посмотреть, через что вы будете реализовывать эти интересы, через что, через планы, через какие рычаги, через заказы, через соревнования и так далее. Если этого не будет, одно название останется от общественной собственности, что у нас и происходило в переходный от социализма к капитализму период. И происходило это в силу этого отрыва. Поэтому, конечно, тут нужно понимать, что всякая собственность имеет соответствующие ей формы хозяйства. Вот общественная собственность предполагает плановость. Но вот что доказал еще Василий Николаевич, что частная собственность, современная, крупная, передовая, по сравнению с да. мелкобуржуазным таким, мелкотоварным хозяйством, тоже предполагает плановость. В меньшей степени, конечно, не может быть такой. Конечно. Ну, в Америке работает на заказ. На заказ. Они изображают, что они тут устраивают конкуренцию, потому что собирают и говорят, вы дадите 3 рубля, вы 3,20 копеек, вы 3,15 копеек, и вот кто выиграет здесь? Тендеры устраивают. Это куром насмех, потому что всем известно, как они делаются. Да, и что получается? Вот в этом смысле я думаю, что это очень правильно и прогрессивно, и очень интересно. И я думаю, что только при вот такой направленности, направленность на более передовые формы хозяйствования и на развитие вообще производства, на развитие прежде всего крупного производства, а в рамках крупного производства может развиваться другие какие-то формы хозяйствования, безусловно, тогда. А если на них опора будет на другие, как говорят, опора России, мелкий бизнес, ну, то получается так, что есть Россия, а есть опора. То есть опорно-двигательный аппарат собственный, то есть это скелет, а есть костыль. И вот этим костылем хотят заменить развитие крупного машинного производства, машиностроения, станкостроения, и хотят заменить эти чужими товарами вот то, что составляет основу бытия, так сказать, нашей экономики, нашего народа и так далее. Поэтому в этом отношении, конечно, мы должны смотреть вперед, в сторону прогресса. И последнее, что я хочу сказать. Как определяет Ленин социализм? У него есть два определения. Одно классическое определение, которое сейчас повторил Василий Николаевич, которое взято от Маркса, что это низшая фаза коммунизма. Или коммунизм в низшей фазе, не развитый, не полный, не зрелый коммунизм. Но есть другое определение, которое говорит, что единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа и потому переставшая быть капиталистической монополией, означала бы социализм. И поэтому вот эта магистральная линия, вот по которой Василий Николаевич сделал свой доклад. Это доклад к тому, чтобы все шло не к раздаче пакетов государственного имущества, а к тому, чтобы обобществление усиливалось,
чтобы уже в условиях капитализма концентрация производства росла и имелась тенденция к единой капиталистической монополии, тогда останется только направить эту единую капиталистическую монополию. По плану уже должна, уже сейчас по плану, единая монополия. В любой монополии план, в любой монополии единая стратегия, в любой монополии плановое развитие. Единая капиталистическая монополия, которую нужно будет только направить в интересах рабочего класса. Это может сделать только государство рабочего класса. Вот, собственно, и все. Поэтому я думаю, что мы должны от всей души поблагодарить Василия Николаевича за замечательный доклад. Спасибо, друзья. Не для записи. Прошу отключить. Уже в частном порядке. Сейчас вы будете наоборот говорить. Да. Не для записи. Я, конечно, сторонник социализма. Это без сомнения, друзья мои. Но я не хотел вам здесь рисовать утопию. Для того, чтобы прийти к социализму, еще требуется многое-многое сделать при капитализме. О чем мой коллега правильно сказал. Вот, второе. Я более того вам скажу, тоже не для записи. Я вообще считаю, что для русского человека капитализм не совсем комфортная среда. Бывшего советского. Да, а тем более бывшего советского, да и русского. Об этом не я говорю, не Михаил Васильевич, а говорили лучшие умы России. Не только Владимир Ильич Ленин, нет, не революционеры. Даже я бы более того сказал, антиреволюционеры. Что говорил Николай Бердяев. Известна вам такая личность? Да, известна. Что он говорил? Или читал. Да, русский же философ Николай Бердяев в своей книге «Душа России» писал, что русский народ всегда любил жить в тепле коллектива, в какой-то растворенности в стихии земли, в лоне матери. Это значит, о чем я вам и говорил, о развитии коллективных форм, это значит развитие и общинных форм. Это нам присуще издревле. Вот в чем дело. Да, нынешний капитализм, он не понравился. Он мне вообще не понравился. Я даже студентам открыто говорю. Да, я был социалистом и остался. Они смеются. Вот, и так далее. Но я вам, как ученый, вынужден был представить материал, исходя из сегодняшнего и завтрашнего дня, чтобы вы тоже не оказались утопистами. Хотя верить в социализм необходимо. Спасибо.